На мусорке выброшили. Ты лучше не фыркай, а помоги мне. Эй, Тима, Маша, а что это за ужас вы в дом принесли? Это арена. Какая еще арена? Это металлолом. Его надо выбросить. Мы ее вычистим, и она будет как новенькой. Ты уверен? Да. Ну смотри, так что, тебе может красок купить? Да. Ну хорошо, договорились. Тимофей, Маша, смотрите, я купила вам материалы, которые вам будут нужны, чтобы сделать из этой ужасной антенны арену. Ух ты, классно! Пожалуйста, вы сами будете или вам помочь? Что ж, давай посмотрим, что нам понадобится для работы. Это эпоксидный клей. Он нам нужно, чтобы заделывать дырки. Потом нам нужна вот такая вот столярная лента. Скотч, столярный клей. Для кисточки. Кисточки нам пригодятся. Наждачка, чтобы зачистить вот тот весь ужас. Это краски синяя и красная. Баллон с краской. Да, баллон с краской. И это у нас грунтовка, так как у нас эта антенна твоя ужасно ржавая, ее надо будет загрунтовать. Ну и пока есть все на данном этапе. Потом мы будем еще что-то докупать обязательно. лайк и подписывайтесь на канал Тим.